Всем привет! Хочу посоветовать канал Евгений Воронин. Бизнес-канал, обучающее видео по настройке Яндекс.Директа, созданию контекстной рекламы. Евгений специалист в этой области с 4-летним стажем. Можете получить консультации по интернет-маркетингу, где вы научитесь настраивать Яндекс.Директ, конечно же, и получите максимум от своего бизнеса. Если вас заинтересовало, то все ссылочки будут в описании. Лайкаем, подписываемся, а теперь смотрим мой ролик. Всем здорово, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня будет видосик на тему бизнеса. 10 советов от меня, из моего личного опыта, как сделать так, чтобы новичку не прогореть в бизнесе. Так вот, я тут попытался это переделать в текст, чтобы было более-менее грамотно, и передать вам эту информацию. Думаю, тем людям, кто хочет заняться бизнесом, это интересно. Тем более новичкам. Так вот, самое первое, что вы должны знать, это всегда помнить о своих целях. И цель – это та вещь, которая распределяется по двум критериям. Первое – цель должна быть достижима. Второе – у вас должны быть четкие планы по поводу достижения этой цели. Допустим, если вы хотите забраться на гору Эльбрус, то вы должны понимать, что у вас должно быть снаряжение. Вы идете в магазин, где продается снаряжение для альпинистов. У вас есть деньги, вы покупаете билет, едете к этой горе, поднимаетесь или до этого проходите какие-то уроки, чтобы забраться на эту гору и не сдохнуть по пути. Так вот, если ты просто сел и говоришь, я хочу забраться на гору Эльбрус, при этом у тебя в кармане нету денег, ты не собираешься учиться, взять хотя бы мастер-класс альпинизма, да, там, вообще не собираешься ничего для этого делать, то, естественно, ну, какой из этого может получиться бизнес? Поэтому ставите цели и четко понимаете, у вас есть инструменты для достижения этого. Если нету, то забудьте. Если есть, то вперед. Следующее. Второе. Нужно знать, что сделать сегодня. Я ежедневно составляю список дел. Я как делаю? Допустим, я утром просыпаюсь, посвящаю несколько минут тому процессу. Примерно, чем я буду сегодня заниматься? Какие у меня планы? Мне нужно съездить туда-то, сделать то-то, договориться с этим человеком, встретиться. Там будет, допустим, встреча. Записать ролик и так далее. В общем, конкретные вещи, которые вы сегодня должны выполнить. Обязательно это нужно делать. Если ты утром встаешь и ни черта не делаешь, вообще об этом не думаешь, ну, ничего не получится. Третье. Не смотреть телевизор. Я выделяю час и меньше на просмотр телевизора ежедневно. Ну, это я просто так написал, но прикол в том, что я вообще, если честно, телевизор не смотрю. У меня телевизор есть, вот он стоит. Но приколюха заключается в том, что кабельного-то нет у меня. Я отключил кабельное телевидение уже второй год. У нас есть PlayStation, у нас есть фильмы, подключены все варианты качественного просмотра фильмов, того же Ютуба, но только то, что я хочу посмотреть. И когда я выделяю время на просмотр чего-либо, я обязательно смотрю такие фильмы, такие видео, в которых есть какая-то информация, которая улучшит меня в плане заработка. Я никогда не сижу и не смотрю какую-то развлекательную чушь, которая не приносит мне вообще никакого улучшение в жизни. Единственное, могу, например, когда от всего днем устал, вечером завалиться с детьми вот на диванчик сюда и посмотреть какой-нибудь с детьми мультик там, да, что-то такое. Но это чисто семейная тема. Четвертое. Читаю, но не для развлечения. Я люблю читать то, что тебя улучшит.
То же самое относится к книгам. Меня спрашивают: Эдгар, ты читаешь? Да, в принципе, не читаю. Но я не то, что вообще не читаю, я читаю только ту информацию, те книжки, журналы, какие-то тексты, вырезки в интернете, чего-либо, неважно, на чем находится информация, я читаю то, что меня улучшит. Если это не несет мне никакой нужной информации для моего улучшения, да, я это просто пропускаю. Пятое. На работе выкладываться на полную. Я делаю больше, чем требуют мои рабочие обязанности. Запомните такую штуку. Как даже можно вычислить, насколько вы реально любите свое дело и реально чего-то достигнете? Это когда вы на работе, на чьей-то работе вы где-то устроились или в своем личном бизнесе, в принципе, неважно. Весь прикол в том, что работа будет выполняться качественно, если вы делаете ее больше, чем вы хотели бы. Ну, потому что, допустим, как я делаю, мне всегда не хватает времени, вот. Блин, я всегда думаю, ну на черта эта ночь наступила, ну че так все быстро проходит, а? И ты хочешь еще сделать, еще то надо сделать, это надо сделать, а тут уже спать надо, блин, кушать надо. Тебе всегда не хватает времени. Это значит, что твой бизнес тебе нравится или твоя работа тебе нравится. Значит, ты идешь в правильном направлении. Так. Шестое. Не надейся выиграть джекпот. Я регулярно играю в лотерею. Нужно не бояться рисковать. Это вот как-то так. Многие мне говорят: Эдгар, ну если такой умный, зачем тебе там участвовать в каких-то пирамидах или участвовать в каких-то лотереях, да? Фишка заключается в следующем. Каждый бизнесмен, каждый человек, имеется в виду, который любит делать деньги, а не просто где-то там устроился на работу и отмазываться, получая какие-то там копеечки. Все эти люди рисковые типы, включая меня. А рисковые типы... Они всегда участвуют в каких-то переделках, включая всяких там лотереи. Понимаете? Нужно только подход делать грамотно. Например, если вы участвуете в какой-то пирамиде, да, в каком-то проекте, то обязательно нужно изучить этот проект, посмотреть, как он работает, какие есть плюсы и минусы. И не просто брать что-то тупо туда, нырять и проигрывать. Вариант проиграть всегда существует, это и есть риск. Поэтому в бизнесе только те люди, кто рискуют. Но хотя бы чуть-чуть нужно изучить то, во что ты сейчас будешь ввязываться. Поэтому я и в лотерею могу поиграть, и в пирамиде поучаствовать, во всяких проектах. Это одна из черт любого бизнесмена. Это нормально, потому что там адреналинчик. Так. Седьмое. Следуйте своей страсти и не отпускайте ее ни при каких обстоятельствах. Что это значит? Следуйте своей страсти. Это значит то, что если вам что-то нравится, то не нужно слушать посторонних людей, никого, ни близких, ни каких-то людей, которых вы, ну так, чуть-чуть знаете. Не людей, которые в интернете вы нашли и пытаетесь послушать, что он скажет по поводу того, что ты любишь. Ты хочешь организовать какой-то бизнес, лезешь в интернет, ищешь там каких-то советчиков. И они тебе что-то советуют, твои родственники что-то советуют, все что-то говорят. И ты формируешь свое мнение, мышление, свою позицию, свою цель, исходя из вот этих вот советов. Выкинь это все дело. Ты должен формировать свою цель, свое желание работать. Следуйте своей страсти. Понимаете? Если ты это любишь, то ты будешь делать от души. Конечно же, в процессе начинания любого бизнеса вам будут говорить, что вы придумали фигню, это у вас не получится. Ну, много чего будут советовать, говорить всякого негатива, отговаривать вас
якобы не нужно этого делать, это уже все пройдено и все такое. Так вот, хорошими бизнесменами стают только те люди, которые искренне любят свое дело и просто его делают. Когда ты действительно любишь свое дело, то ты ему посвящаешь все свое время, ты будешь рисковать. Вот все предыдущие пункты, которые я сказал, они завязаны на одной самой важной штуке. Ты любишь то, что ты делаешь, и ничего тебе не помешает сделать это. Если это является бизнесом, тем более. Дальше. Восьмое. Нанимайте людей с умом. Ну, это я чуть дальше так забежал. Прикол в том, что если уж вы завязали, организовали вот этот бизнес, да, и начинаете работать с людьми, постарайтесь нанимать людей, которые тоже любят свое дело. Если к вам приходит какой-то знакомый, родственник, и говорит, что давай возьми меня на работу, я буду там тебе помогать, там все дела, не берите его на работу. Берите на работу только того человека, который действительно понимает то дело, чем вы решили заняться. И он в этом деле уже давно копается, тоже интересуется, вот, хочет к вам подсоединиться. Но ваш родственник, допустим, плевать хотел на то, что ты придумал, просто как бы родственник, пойду устроюсь, буду получать зарплату. Нахер таких. Понимаете, ничего из этого хорошего не выйдет. Поэтому нанимайте людей на работу только искренне, которые любят свое дело, ваше дело. Это можно просто как выявить. Кофе пьете с ним. Если разговор постоянно идет о том, что вы любите, он вам говорит все те вещи, которые касаются именно вашей работы, там приводит примеры, что он где-то что-то смотрел, где-то искал, у него есть какие-то наработки, он хочет сделать то, все, вот он весь в этом. Все, это тот человек, который вам поможет в работе. 9. 9 советик. Защитите себя от неожиданностей. Что это значит? Ну, я тут подробно написал, не буду зачитывать. Короче, приколюха в чем заключается? В том, что какие могут быть неожиданности. Прикол бизнеса в риске, как я сказал, и в любой момент, например, этот ваш бизнес может рухнуть. Заранее рассчитывайте всегда на то, что вы можете проиграть. Тогда будет проще принять ту ситуацию, когда вы обанкротитесь или что-то произойдет не так. В общем, ну не пойдет это ваше дело. Поэтому нужно обязательно защищать себя вот от неожиданности. Вот я не знаю, я так придумал, это можно по-другому это, конечно, назвать. Ну, например, вы рассчитали, что вы в течение года должны заработать миллион. Например, миллион рублей, там все подрасчитано, все четко. Но всегда рассчитывай на то, что ты можешь уйти в минус миллион. Такое тоже может быть, разные причины. Другой вид налога придумают, бизнес будет не в тему, допустим, новые тренды появятся, я не знаю, что угодно, с тобой может чего-то случиться, тоже принимайте во внимание, может несчастный случай быть, и ты не сможешь продолжить свой бизнес, ну и т.д. и т.п. Поэтому всегда рассчитывайте на плохое и делайте свое дело. Если будет хорошо, то вы только будете рады. Но если не получится, ты уже для себя будешь сам для себя готов к тому, что ну вот так вышло. А не пойдешь и повесишься, разочаруешься, будешь всем выносить мозги только из-за того, что ты не подготовился, понимаете? А будешь пробовать еще раз по-другому, исходя из своих ошибок. И 10. Отвечайте за все происходящее с вами, но познакомьтесь с другими предпринимателями. Так, ладно, читать дальше не буду. Это больше даже мне напоминание, о чем я должен сказать. В процессе работы многие люди пытаются делать все в одиночку. Тут есть два вариантика. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, нет.
Когда с кем-то работаешь, имеется в виду, если у тебя есть какой-то партнер, большая вероятность, что вы друг друга кинете, в общем, в итоге станете врагами. Нужно постоянно вопросы решать, советуясь. Ты один не можешь принимать решение, так как второй может быть не согласен. Поэтому работать одному намного проще. Но работать одному вообще в целом – это неправильно. Что нужно делать? Вам нужно посещать какие-нибудь мероприятия, в которых участвуют, допустим, бизнесмены. Мне периодически приходит на почту, например, в моем городе проводятся, как называется, сбор предпринимателей, что ли, объединение предпринимателей. Это делает городская власть. В общем, они объединяют, где-то организовывают кофе-брейк. Там собираются все предприниматели между собой знакомиться, обмениваются информацией, визитками. В общем, обязательно участвуйте в таких темах. Находите людей, которые тоже любят свое дело и идут к своей цели. Так вот, такие люди вас могут найти, ты его можешь найти. И у вас могут, например, завязаться какие-то бизнес-отношения. Он для тебя в чем-то будет выгоден, ты для него. Тем самым ты будешь продвигать бизнес намного лучше, чем будешь один ковыряться в своем бизнесе. Думаю, на этом все. Если вам понравилось, я сниму еще ряд роликов. Информации, по идее, много, советов тоже много, но растягивать я сейчас не буду. Поэтому придерживайтесь вот этих 10 советов. Это самые простейшие вещи, которые вы должны изучить, знать, я не знаю, просто выбить себе на табличку, повесить на стену и придерживаться этого. Тогда у вас что-то получится. Хотя бы будет правильное начинание. Так что всем пока, лайки, подписка, не забываем нажимать на колокольчик, чтобы получать мои уведомления, что у меня вышел новый видосик. Увидимся в бесконечности, пока.